Добрый день. Хочу рассказать о моем небольшом запасе консервов. На самом деле он у меня всегда такой, да, вне зависимости от того, есть какие-нибудь коронавирусы и так далее. Здесь в первую очередь я люблю покупать в Ашане такие недорогие консервы типа чечевицы, фасоли. Белый, причем именно без томатной пасты, чтобы они не содержали сахар. В последнее время переключился на Доброфлот, покупаю их сайру и еще также скумбрию. Жена покупает тушеную свинину и говядину белорусского производителя. Раньше у них было вообще там 90 там 7% мяса, сейчас немножко качество упало. Ну, например, сгущенку не рекомендую, там как бы много сахара. Ну, тут у нас еще есть немножко оливок, горошек, кукуруза. То есть такой достаточно разнообразный ассортимент. Недавно перебрал этот запас, подъел всякие старые консервы. У них срок годности там, ну, от 2 до 4 лет. Как правило, у Бондюэля он там 4 года достаточно длительного срока хранения. Так что я думаю, такой запас. И почему я покупаю еще эти консервы? Потому что, ну, качество у, допустим, консервированной рыбы, оно лучше, чем у какой-нибудь там замороженной. То есть, потому что, ну, с точки зрения такой бактериальной даже. Потому что это прошло всю теплообработку. И я сразу открываю и сразу съедаю целую банку с гарниром. Обычно я ужинаю как раз вот консервированной рыбой. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, задавайте, ставьте лайки. Ну и качество как консервов рыбных можно проверить. То есть вы должны взять банку и встряхнуть. И, соответственно, не должно быть, ну, должно быть ощущение, что там одна вода булькается. Чтобы это не было супом. Спасибо большое за внимание. До свидания.